день, ни сон, ни торжество, марание бумаг. Еще почти без боли люблю тебя, не более того. Но страшно без тебя, страшнее, чем с тобою. Среди стихов, навязчивых идей, надежд и страхов, помыслов о петле есть мысль одна. Люблю тебя. Но чьей я внемлю мысли, мрачные, отпетой, как радостью ты музыкой полна. И музыкой полна вся жизнь перед тобою. Я ненавижу музыку. Она лишь мучает меня и не дает покоя. Кто бред моих бессонниц разберет? Кто ритм сердечный в музыке услышит? Пока никто струны не оборвет. Пока душа парит, а тело дышит. Ланкин Роман Николаевич родился 16 августа 1973 года в городе Новосибирске. Окончил юридический факультет Томского государственного университета, а также музыкальную школу по классу шестиструнной гитары. Играет на бас-гитаре, бас-балалайке, банджо, мандолине. В 1993 году познакомился с томским городским клубом самодеятельной песни «Пьеро» и с тех пор стал частым гостем фестивалей авторской песни разных уровней. Выступает как исполнитель, аккомпаниатор, аранжировщик, автор музыки. Лауреат 2-го канала Грушинского фестиваля 2002 года. Лауреат Грушинского фестиваля 2004 года. Добрый день, добрый вечер всем, кто нас видит и слышит, да, это наши зрители. Мы находимся на фестивале «Агидель», ежегодном городском фестивале в городе нашем родном, в Башкирии, в столице, в Уфе. Вот, у нас много гостей, и сегодня у нас в рамках фестиваля беседы с нашим гостем, очень интересным человеком и музыкантом. Вот я, кстати, вот сразу сказал музыкантом, заметьте. Вот, не употребил слово «бард», автор-исполнитель, музыкант сказал. Мне так показалось, потому что вчера мы уже видели на открытии, и я знаю, ознакомился с Романом уже через интернет, да, лично не видел, к сожалению, выступления до этого, до вчерашнего дня. Вот. И вот это Роман Ланкин. Прошу вас обратить внимание. Вот этот человек, который приехал из замечательного города Томска к нам. Вот. Достаточно дежурный, может быть, вопрос для начала такой, характерный для всех, наверное, местной жизни. Как вам Уфа? И были ли вы здесь? В Уфе я бывал. И Уфа для меня такой город, с которым связано очень много хороших, приятных воспоминаний. В первый раз я приехал в Уфу из Самары после зимнего Грушинского фестиваля. Мы собрались с самарскими музыкантами и сделали программу бразильских песен. И мы выступали здесь у вас в джазовом клубе, который оставил на всех очень хорошее впечатление. И оказалось, и мы в этом смогли убедиться, это один из лучших джазовых клубов в России. Да, сказать. Это Влад, честно, и одно из немногих зданий, которое было специально спроектировано как некоторое такое для представлений конструкция. Так что это был первый раз, первое знакомство мое с Уфой, оно было очень приятным. Хорошо. Потом я еще приезжал как-то сюда раз или два с выступлениями, и это тоже было очень приятно. Я очень люблю Башкирию, мне кажется, что Башкирия... Салават Юлаев, Мустай Карим, Земфира, Шевчук. Вы знаете, даже не поэтому, мне очень нравится природа башкирская. Мне кажется, что у вас очень красивые места. Когда живешь в Сибири, как-то, может быть, привыкаешь ко всему, что тебя окружает, и поэтому нужно уехать куда-то в другое место, чтобы понять, в какой суровой местности мы живем. На контрасте. Да. Все-таки в Башкирии что мне нравится? Это, во-первых, какая-то такой ландшафт интересный, горный. У нас западносибирская низменность, все очень ровно. В Башкирии есть горы, есть прекрасные Абзаково. А вы бывали где-то, да, в Абзаково, да? В Абзаково я с удовольствием. Бурзянский район, да, река прекрасно. Зелим, прекрасная, где мы сплавали. И мы плыли по какой-то реке, нас везли на фестиваль, и я увидел такие прекрасные места. Так это было здорово, такая была золотая осень, красивейшая. Это в каком году? Наверное, году в 12-м или 13-м, мне кажется. Хотя я могу ошибаться. Но я не помню год, но очень хорошо помню эту природу и эти чудесные места, в
которых вы обитаете. И очень рад за всех жителей города Уфы и вообще жителей Башкирии, потому что вы живете в прекрасном месте. Спасибо, это очень приятно слышать. Фестиваль «Агидель», впервые на нем, да? Впервые. Как вам уровень, организация? В общем, ну что это вот для вас? Вот ощущение новое, да? Новый фестиваль, первый раз, новые люди, какое-то что-то где-то... Вы знаете, я могу вам сказать так. Я вышел на сцену, когда меня пригласили, и увидел абсолютно полный зал не просто людей, которых собрали с улицы, а людей подготовленных, которые с удовольствием слушали, у которых... была потребность услышать эту песню. И это уже одно само по себе говорит о высоком уровне организаторов. Потому что мы все знаем, мы все авторы и исполнители знают прекрасно, что такое возможно только при долгой, целенаправленной работе в течение нескольких лет. И тот итог, который мы видели вчера в виде полного зала, это, конечно... большая заслуга тех людей, которые организовывают. Спасибо и на этом, да, вам. Мы на этом рекламу Уфы напросились на комплименты от Романа. Их получили в достаточном количестве, да. Вот. Спасибо, это очень приятно, правда. Вот. Ну, теперь перейдем все-таки к вам больше, ближе, да? Перейдем, да. Спасибо еще раз, да, за приятные слова о нашем фестивале и нашем городе. Вот какой момент. Я знаю из вашей биографии, что вы работали юристом. У вас была другая профессия, помимо занятий авторской песней. Поскольку я человек, наверное, отчасти прагматичный, я принял решение получить юридическое образование. В достаточно скором времени получил статус адвоката и 12 лет проработал в этом статусе до тех пор, пока, в общем, не окончил, не приостановил этот статус, так скажем. Совмещали музыку и все это время работу. Музыка была со мной. Я очень люблю играть на гитаре, очень люблю песни, и поэтому сейчас только музыка. Получалось, что я пел, выступал где-то. Это всегда был какой-то компромисс, как вы понимаете. Но сейчас только музыка, да? Сейчас только музыка. То есть наступает этот момент у каждого человека, когда он отказывается от какой-то рутины, от системной какой-то занятости, да, и уходит в творчество. Нет, не у каждого. Бывает такое, что людям удается совмещать это долго. И то, и другое. У некоторых нет возможности и нет времени для того, чтобы посвящать себя всецело музыке. И поэтому считаю, что мне очень просто повезло. Повезло, потому что в какой-то момент я вдруг понял, что я смогу обходиться без юридической профессии и смогу себя содержать. И это был очень важный момент, когда я понял, что мне не очень важно сейчас писать эти договоры, ходить по судам, представлять интересы своих клиентов, потому что я могу заниматься любимым делом, и мне будет... Ну, момент такой, плавный переход произошел, да? Плавный переход. Хотя музыка стала приносить. Были какие-то тяжелые такие мысли, то или другое поначалу. И было, в общем, такой у меня момент такой, когда мне хотелось все бросить и начать заниматься музыкой. Но, слава богу, у меня хватило ума этого не делать. И поэтому этот переход был очень медленным. Всякий раз, когда мне приходилось выбирать между музыкой и адвокатурой, если этот выбор я мог совершить в пользу музыки, я его делал в пользу музыки. И в результате траектория моей жизни так потихонечку изменилась, и в один прекрасный момент я понял, что я могу обойтись без адвокатуры. Так оно и произошло. Здорово. Вот какой вопрос, да? Роман Ланкин, как человек нас интересует. Я узнал Романа Ланкина как замечательного мастера, музыканта, да, который владеет не только гитарой, это известный тоже факт, а также и пандейру, да, с недавних пор. Вот. Как человек, как бы он охарактеризовал себя, вот, сам свое амплуа, то есть не вешая ярлыки музыкант, автор, исполнитель, автор-исполнитель. Как сам себя охарактеризовал бы Роман? Вот. Самого себя всегда сложно охарактеризовывать. Всегда возникает, особенно у людей интровертивных, они постоянно наблюдаются со стороны, и им хочется не выглядеть самодовольными, чересчур скромными. Хочется быть адекватным, и очень трудно эту адекватность соблюдать, когда говоришь о самом себе. Мне кажется, что... Я вам могу сказать, что я человек, которому очень нравится музыка, и который любит играть музыку. Я вот ее играю.
и пою по возможности. Не вешаем ярлыков на авторство, исполнительство, музыканта. Ну, я могу сказать о себе, что я большей частью исполняю. Исполнитель. Я исполнитель. Я пою чужие песни. Сам своих не сочиняю. Музыку сочиняете? На стихи или на тексты? Очень мало. Мало, да? Практически настолько мало, что можно об этом даже не говорить. Нет желания самому или как вообще с этим делом? Так получается, что в том, чем я занимаюсь, а это исполнение чужих песен, мне все-таки кажется, что в этой области, если к ней подходить интересно, подходить по-настоящему, по-творчески, то очень много возможностей для того, чтобы себя реализовать, проявить. И как музыканта, и как певца, и как артиста, и как режиссера. Я достаточно часто слышу этот вопрос, Тимур, поэтому у меня готов уже ответ. Ага, интересно. Я на него вам отвечу так. В жизни каждого автора существует период, как правило, он располагается где-то в такой ранней юности, когда этот автор пишет всякую ерунду и полагает, что он гений. Это очень важный период. За очень редким исключением. Это очень важный период в жизни каждого творческого человека. Почему? Да потому что в этот период человек начинает работать со словом, он начинает чувствовать вкус этого слова, он, в общем, вот эту творческую энергию, которая в нем кипит, он пытается ее выплеснуть на бумагу, и какие-то базисные навыки возникают у этого человека. Потом, если мы говорим о хороших авторах, происходит следующий период, когда он начинает показывать это все своим друзьям, те говорят, клево, а потом он приходит куда-нибудь к не очень знакомым людям и там показывает, они говорят, знаешь, как-то нет, вот, по-моему, Вознесенский и Маяковский лучше писали, чем ты. И он начинает понимать, что есть, оказывается, Вознесенский, Маяковский и другие поэты. И он начинает смотреть и читать. И в том случае, если он понимает, что эти люди были правы, которые ему так сказали, и он понимает, какой огромный мир красивой русской словесности перед ним лежит, и начинает его изучать, и впитывать в себя это все, и стараться походить, и работать над тем, уже работать над собой, над своим стилем. Из некоторых людей, которые проходят этот путь, получаются очень хорошие поэты или авторы текстов. А мне в этом смысле не повезло. Почему? Потому что я сразу познакомился с очень хорошими песнями, очень хорошей поэзией. То есть это от скромности у вас, да? Дело здесь не в скромности. Дело в том, что вот этот период, который должен пройти каждый человек для того, чтобы начать писать хорошо, я его не прошел, потому что в очень раннем возрасте я познакомился с очень хорошей литературой, с очень хорошими песнями. И на этом уровне что-то написать требует... Вы перфекционист, я огромного... понял. Да, совершенно верно, я перфекционист. Требует огромных усилий и творческих затрат, и огромного пути, который я не прошел. Именно вот это вот то, о чем я говорил, эти ранние опыты и знакомства с... Но как исполнитель не своих песен, вы превосходный, и меня очень интересует в этом аспекте. Это репертуар, который подобран с очень хорошим вкусом, понимаете, да? Потому что исполнителей достаточно много, но у вас очень хорошие песни, хороших авторов, не очень известных, и вы умеете находить, да, это тоже такая важная способность найти себе в репертуар вкусное действительно, что будет приятно, что будет, что хорошо действительно. Вот. И у вас это здорово получается. Спасибо. Вы лауреат второго канала Грушинского фестиваля, далее, собственно, основного, да, 2002-2004 года, соответственно. На втором канале, я знаю, вы пели Клячкина, да? Нет? Или я ошибаюсь? На втором канале я пел песню томских авторов. Стихи Никиты Зонова и музыка Дмитрия Коршуна. Она называлась «Карниз». «Карниз». А на основном «Веселого барабанщика». Совершенно верно. Точно, я это вспомнил, да. А Клячкина вы сыграли до этого, да? Когда вы, так сказать, как вы попали в эту среду? Как это произошло? Момент узнавания вас среди авторов, среди тусовки, так сказать, да?
Мне кажется, что это большей частью связано, если говорить про какую-то широкую публику, с лауреатством на Грушинском фестивале в 2004 году, который состоялось. На основном уже, так сказать. Да, когда появилась эта песня, эта интерпретация песни Булата Акуджавы. Слава богу, это не единственная композиция, которая, мне кажется, удачной в моем репертуаре. Но, тем не менее, она оказалась знаковой для многих, потому что до этого я приезжал на Грушинский фестиваль в 93-м, в 94-м, и потом, начиная с 2002 года, я практически не пропускал ни одного фестиваля. И только в 2004 году с вот этой вот песней я сделался лауреатом. А до этого я старался исполнять и показывать песни сибирских авторов, которые я считаю очень талантливыми. Да, Томск славен. Тем не менее, это было, видите, как не оказало такого воздействия на состав жюри. И поэтому дальше дипломанта я не проходил. А вот в 2004 году получилось реализоваться в этом. Реализовал. Да. Скажите, а вот со своими способностями музыкальными, которые видны, очевидны, да, с умением, родители вас отдали на гитару буквально там против вашей воли, насколько я знаю, даже когда-то в детстве, именно. Сказать. Это называлось из-под палки в советские времена, да. Вот, у меня было то же самое с клавишным инструментом. Да. Вот, как такому хорошему знатоку вопроса и мастеру, да, в авторской песне живется, не хочется в другие жанры, не хочется как-то реализоваться в какой-то другой сфере музыкальной, в том числе. Или вы это делаете, и мы не знаем ничего? Вы знаете, хочется и реализуется. Я себя не ограничиваю. В других жанрах музыки, так скажем. Границами авторской песни. Хотя я считаю эти границы настолько широкими, что можно было бы реализоваться, наверное, и в этих границах вполне, и как музыкант в том числе, что я стараюсь делать. Но помимо этого мне нравится это вопрос бразильская к тому, что музыка. Бразильская. Это... И вот, как я вам говорил, первый раз я приезжал в Уфу именно с бразильской программой. Я пел песни на португальском языке, у нас был небольшой состав музыкантов. Жабим? Ну, очень много Жабима звучало в той программе. Ну, были и другие авторы, тоже очень красивые. Это очень красивая музыка. Это прекрасная музыка, я с вами согласен, я люблю бразильскую музыку. Кстати, был такой у меня незапланированный вопрос к вам. Не все, может быть, поймут, о чем речь, может быть, поймут. Как вам бразильские девушки, Роман? Бразильские девушки прекрасные, Тимур. Прекрасно? Я бывал в Бразилии в 2008 году. Мне кажется, что, во-первых, они очень разные. Бразильская культура, и это касается не только девушек, а вообще всех, это культура, в которой никогда не было расовой сегрегации. И там вполне нормально смотрится на браки черных и белых. Очень много мулатов, метисов, самых разных мастей. Очень много национальностей, которые переплавлены в бразильской культуре, и вы там увидите лица, которых вы не увидите больше нигде. Это моя мечта, побывать в Бразилии, кстати. Это хорошая мечта. И поэтому и девушки там тоже очень разные. Это и такие... Говорят об особой их открытости. Это правда, это правда. Они очень открыты. Это вообще культура бразильская. Она очень душевная, очень неконфликтная. Люди стараются друг другу как-то помогать в общении, а не... Красивые люди, красивая музыка, это красивый правда. Футбол, люди красивые во всем буквально. Это правда, так и есть. Замечательно. Вы согласны с тем, что в авторской песне есть некий, то есть хранится не жанр, а хранится ощущение жанра. То есть есть хранители ощущения жанра авторской песни, это не жанр. То есть авторская песня — это человек с гитарой, в основном с гитарой, да? Или двое с гитарами, так. Да? Вот. А дальше барабаны или клавиши, да. Или саксофон, то есть это в авторской песне как-то не приветствуется. То есть, по сути, авторская песня — это очень чистый жанр, да, чистый, максимально, человек, как он есть. Вы его определяете формально по количеству людей и количеству инструментов, которые звучат. Я правильно вас понял? Как определение, одна из интерпретаций, что такое авторская песня. Это человек с гитарой, в первую очередь, или с двумя гитарами, два человека, не более, да? Но интересно. Это, конечно, это есть такое мнение, это не то, что мое мнение, да? Потому что Пол Маккартни — это авторская песня, это как известно, да? Получается. Боб Дилан — авторская песня. Конечно. Она была во всем мире, кстати, в 60-е, не только в России, вы знаете, да? Это явление повсеместное.
Вот. Но особый вкус авторской песни нашей, вот особая трепетность в плане то, что было у Висбора, наверное, да, больше всех, да, это вот эта интимность, то есть то, что берегут нынешние авторы, потому что всех тушат, это не формат, это не формат, это не формат, да, есть такие хранители, знаете, авторской песни, они очень хорошо знают, что это такое, видимо, поэтому они хранители, понимаете. Я думаю, я могу понять этих людей, о которых вы говорите, которые душат, да, вот. Знают ли они, мне что кажется, душат и что защищают, вот, да, вот до они, конца? Они-то как раз, мне кажется, знают. И их позиция мне понятна, и, на мой взгляд, заключается вот в чем. Авторская песня, как они понимают, это некое мировоззрение, это взгляд на мир, эмоциональный взгляд на мир, в котором есть какие-то базисные понятия, которые ни в коем случае не должны нарушаться. Именно в мировоззрении. А то, через поэтическим языком, музыкальным, каким образом оно доносится до слушателей, это уже второе или третье. И если это мировоззрение, если они не видят этого взгляда на мир в какой-либо песне, неважно, будет ли там один человек с гитарой, потому что Веня Дыркин, который бы вышел бы на фестиваль, пришел бы в конкурс прослушиваться, скорее всего, его бы эти мастера бы зарубили. Загрызли, и не только Веню. Да, и их можно было бы понять. Почему? Потому что это другой взгляд. Они знают, что берегут, соответственно. Да, хорошо, и этот взгляд на мир, мы и сами стараемся, если вы спросите себя, дорого ли вам ваш взгляд на мир, я думаю, что каждый человек ответит утвердительно на этот вопрос. Нам всем дорог тот взгляд, те ценности, которые у нас есть. Ну, вы знаете, что имеется в виду? Какие ценности? Какой это взгляд? Какая плоскость? Ну, давайте, я могу только, наверное, чувствуете, как-то... ощущаете? Вот в каком-то... Я могу догадываться об этом. Мне кажется, что в этом месте очень много занимает место дружба в этом мировоззрении. Это, пожалуй, одно из самых ценных понятий в авторской песне. Понятие любви, такой чистый, светлый, не той любви, о которой поет группа Агата Кристи, когда она поет об отношениях мужчины и женщины. Это какой-то оптимизм, романтика какая-то такая 60-х годов, связанная с очень много с путешествиями, с какой-то интересной работой. И вот это три ценности жизни, пожалуй, которые составляет эта авторская песня. И в этом смысле я не сильно отличаю авторскую песню от вот этой громкой поэзии 60-х годов, которая тогда звучала. Потому что те же самые ценности в ней были полностью воспроизведены. Ну, как... И поэтому так много песен написано на эти стихи и вошли в репертуары многих авторов. Мне кажется, что люди, которые пренебрежительно отзываются об этом жанре, не понимают одной простой вещи, что в песне, неважно, авторская эта песня или какая-либо другая, самое главное – это сочетание музыки и слова. И это сочетание, оно, его просто так-то не достичь. Как много мы видим прекрасных стихов, которые не звучат в песнях, которые не могут звучать в песнях или не звучат в них. Потому что стихи совершенно самостоятельные, самодостаточные. И может быть даже музыка-то неплохая там. Берет прекрасный композитор и берет прекрасное стихотворение, и, казалось бы, вот оно сейчас родится, чудесное совершенно сочетание. Но рождается. Нет. Это все звучит, причем в консерваториях, в каких-то академических залах. Но это не песня. Это что-то совсем другое. И это никогда не будет близко ни мне, ни многим-многим людям, которые слушают песню. Потому что это действительно какое-то очень тонкое сочетание. И это вот... Как сказать, это, мне кажется, настолько тонкое искусство, потому что нужно, мне кажется, для того, чтобы сочинять хорошие песни, очень любить поэзию, очень любить музыку.
и понимать, что песня – это не то и не другое. Вот эти люди могут сочинять хорошие песни. Угу. Замечательно. Я получил ответ. Надеюсь, все наши зрители. Это совершенно отдельный жанр на сплаве музыки и поэзии, да, который настолько уже самодостаточен, и он недавний просто. Вот в чем дело. Да. Но, думаете, недавний? Вот настолько, я думаю, нет. Вот, все-таки недавний, наверное, лет 60-70, да? Начиная ну, с... Почему мы берем 60-70? Нет, 70, больше? Ведь песни под гитару исполнялись и раньше. И раньше, конечно. Миниатюра Вертинского, кстати, тоже одна из предтеч, да, авторской песни считается. Да, и не только. Да, и Власов, да, который... Это все 30-е годы. Да, это было очень давно. Ну а русских цыган почему мы не берем? Которые на хорошие стихи пели чудесные песни, посвященные профессиональными композиторами, под гитару. Да, кстати, вот еще момент, что вот вы говорили о хороших стихах, положенных на музыку, да, композиторами. Романсы же получаются в основном, да? Романсы? В основном романсы получаются как раз таки. Ну, тогда это была просто песня. Мне кажется, что так было принято называть вообще песенное искусство. То, что ложилось на музыку и могло исполняться в салонах, как правило, называлось этим словом романс. Хотя сам по себе романс, если посмотреть на те песни, которые были сочинены, это настолько разные песни, настолько непохожие друг на друга, что даже удивляешься, почему их назвали одним словом, объединили в один жанр. Поэтому, мне кажется, это просто форма существования песни, которая была вот в свое время и сейчас существует, но уже не так широко. Да, но романсисты у нас прекрасные есть, Погудин, да, и прочие, прочие. Они ездят, и поют, и собирают залы, да, это отдельная совершенно жизнь. Вы часто бываете на фестивалях? Бываю. Отметили бы как тройку лидеров, ну, так скажем, тройку мест, где вам хотелось бы побывать еще и еще, и вам там нравится? Мне нравится Грушинский фестиваль. Грушинский. Почему он нравится? Потому что мне нравятся места, в которых есть уникальные возможности. Грушинский фестиваль – это такой фестиваль, он представляет уникальную возможность для общения. Я могу увидеться с людьми, которые приезжают с Камчатки, с Сахалина. Откуда я родом, кстати. Да, вы с Прибалтики. Да, и, в общем, собирается очень большая пестрая публика, среди них много интересных людей. Многие друзья мои приезжают на этот фестиваль, и для меня этот фестиваль – уникальная возможность пообщаться с ними непосредственно. Вот. Уникальная аудитория, потому что она тоже состоит из людей, которые живут по всей планете. Я сам девятикратный грушинец, кстати. Но давненько не был девятикратный, да. Здорово. Я не достиг пока таких... Первый раз в 93-м, да. Здорово. Грушинский фестиваль очень хороший, очень мне нравится. Мне нравится фестиваль «Балаклавские каникулы», на который я стал приезжать. Это фестиваль, который действительно является каникулами. Это в Балаклаве, собственно, да? Это в Севастополе. Севастополь, да? Потому что на этом фестивале вам говорят, вот вам гостиничный номер, обед тогда-то, завтрак тогда-то, ужин тогда-то. Делайте, что хотите. Но в 7 часов у нас концерт. Это прекрасный совершенно отдых, как правило. Я очень люблю Крым, поэтому с удовольствием приезжаю на этот фестиваль. Вот, в связи с новыми событиями никаких изменений? Слава богу, что нет. Нет, да. Слава богу, нет. Я был в прошлом году и в позапрошлом году, и в том, и в другом году. Это был хороший фестиваль. Хоть, конечно, есть какие-то изменения. Год назад иностранный фестиваль, в этом году наш фестиваль. Совершенно верно, так оно и было. Изменение даже не в том, что, потому что вы приезжаете на фестиваль, вы не понимаете, иностранный он или нет. Это либо хороший фестиваль, либо плохой. К сожалению, немного людей приехало из Украины в прошлом году. Конечно, хотелось бы, чтобы... А он традиционно был очень много силен своими авторами украинскими. И это то, о чем я очень сожалею, потому что это были прекрасные авторы, и есть они прекрасные, но они сейчас не все приезжают, к сожалению, на этот фестиваль. Угу. Это первый, это второй Балаклавский, а третий? Второй. Грушинский Балаклавский? Ну, вы знаете, их много. Я могу вам сказать, что есть фестиваль, с которым у меня очень хорошее ощущение связано. Это фестиваль, который находится в Сибири, небольшой маленький фестивальчик. Я, к сожалению, в этом году его пропущу. Но раз уж пропущу, прославлю его на всю Уфу. Он называется «Акбарт».
Это фестиваль, который проходит, самый-самый первый фестиваль в летний сезон, когда все сибиряки со всех краев приезжают туда, собираются после долгих разлук, очень радуются встречам, общаются, поют песни, и все это происходит в прекрасном совершенно сосновом лесу на берегу Обского моря. Я очень люблю фестиваль «Акбарт». А населенный пункт ближайший там? Это... Новосибирск. Это Новосибирск, это ваша родина. Новосибирский академгородок. Почему он «Акбарт» называется? Это славное место. Академгородок и бардовская песня. Вот так. Ну, мы потихонечку закругляемся, да, и мы, у нас хорошая беседа состоялась, я думаю, да, она достаточно интересна была, насыщена. Рома замечательно ответил на все вопросы, много о себе рассказал таким образом, как о человеке думающем, понимающем, чувствующем все, что происходит, да, и интересующимся, и хорошим мастером, замечательным, талантливым исполнителем. Спасибо. Спасибо всем. Вот. И надеемся, что мы еще не раз увидимся. Моя надежда. Вам успехов, Рома, да. Вам поездок. Совсем упустили моменты ваших заграничных турне. Америка, да, где вы бывали много раз. Об этом в следующий раз. Об этом в следующий раз. В следующих наших передачах.